Всем привет, с вами Анкель Снайк, продолжаем нашу кампанию за Сиракузы. Итак, я нажал на ход, ход прошел, практически ничего не случилось, кроме тонны. События провалились, но я вам точно скажу, что нас тут пытаются прессовать всякие вот такие нехорошие ребята. Манипуляция, убийство 50%. Ну-ка давай попробуем. Противник ранен. Вот, сдриснул чел. Ему здесь будет печально. Не знаю, откуда они будут их нанимать, если и соберутся. Но, тем не менее, сейчас отсюда он исчез. Так. Вот тут нас пытаются проработать. 50% переметнуться агенту. Нет, не получилось. Тогда давай. Нет, давай попробуем убийство. 50% вероятность успеха. И обе возможности не сработали. Здесь еще агенты. Пока войну агентов мы проигрываем. Ну что, Медиалан, кавалерия, хотя лучше нанимать, конечно, все-таки нанимать лучше в этом, в римской провинции, но я думаю, что ничего страшного. Так, значит, еще что у нас, там я поставил ребят набираться, здесь... Город. Что у нас есть по наемникам? Может, действительно? Так, сколько народу там? Бля, да откуда у вас столько? Ёптать, как они восстановились-то быстро. А, они подстроили здание. Они построили здание. Раз, два, шесть. Так, шесть. Я хочу взять их штурмом. Так, наемные кельтские легкие всадники. Тарантийка. Во, бля. Во, наемническая армия. Ну-ка, давай проверим. Нихера себе, блядь. Ну так нельзя, мы же вас истребили всех, ну ё-моё. Ну мы же вас всех истребили. Гарнизон. Ну, блин, так нельзя. Эй, ёптать. Нифига себе. Кого-то удалил, но мне прям вообще заманьячил за этот город. Заманьячил. Так, а если у меня не будет наниматься? То только до сюда, да? Да, ускоренных маршей здесь нет. Так, ну что тогда? Фух. Ну, я предлагаю тогда действовать. Так, сколько наемников здесь остается? Еще 5 отрядов.
Если у меня разобьют его. Так. Подожди, нужно нам взять город. Чтобы его взять. Чтобы его взять, надо. Арверны. Как у нас с арвернами дела? Я хочу понять, можно ли нам выводить. Можно ли нам выводить отсюда, блин, арверны враждебные? Ну, бля. Ну, это не серьезно, друзья. Тогда действуем по другой схеме. О. Во-первых, у нас есть флот. Вот, с флотом уже по-другому. Так, с флотом уже по-другому. Ну что ж, давайте схлестнемся. Так, ну в общем, я поставил войска так, чтобы мы могли. Блять, у меня это застрельщики вообще. Ладно, давайте. Еще неизвестно, где флот прибудет, как, где, когда. Они еще успели, ё-моё, стены свои построить заново. Ё-моё, да тут еще. А, вот так, да? Блин, дебильное это, я вам скажу. Фух. Дебильная камера, вот это просто жесть. А, нет. Так, быстренько. Высаживаемся. О, нифига себе. Давай, сожги их. О, есть контакт. Давай, поджигай. Блин, ну что такое? Все, ушел под воду. Здесь нормально живем. Блять, здесь ну что такое, а? Что за люди? Ладно, пускай стреляют. В конце концов, хоть какая-то польза будет от них. Так, здесь дырку надо пробить.
Все, следующее долбим. Кого там кидают, кто убегает один. Так, здесь арчеры. Хорошему их убрать бы отсюда. Так, поперли. Поперли за стрелы. Так, у нас со с вами осталось башня со скорпионом. Давайте вот эту башню пробьем. Так, быстренько копейщиков щитоносцев ликвидируем. Здесь все-таки надо удар совершить. О! И пошло дело. Все, я думаю, эти ребята уже не справятся. Давайте флот отводить подальше от стреляющих башен. Так, кельтские прачники, ну все, понеслась. Давай, мочи. О, кидают нормально. Сейчас опять будет попытка прорыва. О, башню разрушили, отлично. Кельтский прачник. Сейчас мы зайдем этим отрядом сюда, внутрь. Колеблются, еще не... Ну, еще у них есть порох в пороховницах. Все разбито. Давай, забегаем. Мечники в тораксах. Ну ничего, ничего. Сейчас, наверное, вот эти ребята будут нас пытаться простреливать, но... Либо вот так встанем, чтобы отработать по стене. Ближе даже. Пока штурмовой отряд наш заходит. Тут баррикады, никак не пройти. Все, понеслась. Мечники в тораксах, но у нас бронебойные дротики. Должно их нормально поправить. Даже не побоимся вот так встать. Массалийские гоплиты. Ну что ж, в таком случае... Я даже кавалерию сюда загоню. Вот, пока идет истребление. Но они, ну, конечно, мощные.
Они мощные, но дротики у нас тоже. Ох, кому-то в ногу. Да, 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 да. Все, ребят, зависит сейчас от вас. То, как вы сможете истребить. Истребить мечников и так далее. И всех остальных. Именно на стенах. Берем это окно. Вот они бесславно. Бесславно падают. Игорь Фоблад. Перемещаемся. Так, с этими разобрались. Оставлю корабли как прикрытие. Блять, башня нас, походу, коцает. Уходим от башни. Блять, пол отряда за бесплатно похоронили. Пол отряда, реально, что-то я забыл совсем. Забыл совсем про них. Ну вот и копейщики, которые в прошлый раз нам не дали. Не дали нормально отыграть. Сейчас мы им... Сейчас мы их нагрузим. Еще мечники в тораксах есть тоже. Неприятные ребята. Так, давай-ка кавалерию. Тарантийку сюда тоже подброшу. Все. Все, кидаем, кидаем. Вот эти ребята твердые, жесткие. Их надо в первую очередь растормошить. Именно они пришли в этот город, пока мы отдыхали, они уже приперлись. Все, схватимся с ними в рукопашку. Ничего страшного. Так, кавалерия тарантийская. Заметались, заметались. Все, поперли. Так, еще кто-то один остался. А, эти тоже. Сейчас мы их поддержим. Мы их поддержим, кавалерии. Пусть ребят не расстраиваются сильно. Так, сейчас. Все. Быстро перезарядку быстро включать не буду. Пусть немножко подэкономит патроны. Вот, тают, тают, тают защитники. Еще у нас вот здесь масолийский гоплит, но мы их вытянем сюда вперед. Так, это уже наши парни. Так, тарантийку больше не стрелять. Чё, блин, без обстрела-то они совсем расслабились. Сейчас дам еще по следующим. О, здесь еще вылезли гоплиты. Гопниты. Пошел обстрел. Четырнадцать человек, что-то мои не могут их закромсать, хотя зажали уже
Зажали уже. А нет, все, вот, все нормально. Как бы им не хотелось, но они будут погибать. Ну так, Тарантейка пускай отстреливается. Генерала у нашего нет способностей нормальных. Пора бы уже сдаться. Пора бы уже сдаться, ребята. Ладно, пусть разбираются. Во, отлично. Отводим. Чтоб зря ребят не кромсать. О. Вот при поддержке дротиков, да, наши нормально. Сейчас давай посмотрим. О, лучники. Все, понеслась. Сейчас снаружи огненными стрелами еще их поправим. Так, вот этих ребят тоже можно сюда загонять. Наши пока стоят. Все, пошел огненный обстрел. Все. Уж этих я не буду использовать, наверное, пока. Толку от них мало. Разве что вот мечники Тараксы высадятся и штурмовая Пентера лучники. Но это потом, если вдруг уж не хватит, действительно. Подъедаем. Так, пока не стрелять. Лучников лучше внутрь. 14 гоплит. Ну, гоплит это не тораксы, я думаю, здесь им. Я думаю, мы их быстрее тут завалим. Так, ну а этой армии уже пора продвигаться, я думаю, вперед. Главная площадь нас ждет. Давайте бегом. Вперед, так, вперед, Кава. Также генерал. Сейчас попробуем за счет наемной кавалерии убрать стрелковые башни. Ну, 6 гоплитов, тут же надо доработать, ребят. Башни стреляют. Все, слезаем. Кровавая драма на стенах закончена. Все, поперли. Так, первая тарантичка где у меня? А, убирает башню, убрала башню.
Такая масса бежит у меня варваров. Все, доигрались, наплодили на своей земле. Наемников, и эти наемники сыграли против вас. Ну, бегут звери. Все, отлично. Так, здесь у нас что? Тарантик сюда. Гену сюда. Ну, можно этих отправить тоже. Конечно же. Чтобы они зря под ногами не мотались. Отправлю тоже. Так, ну что, Кава, давай, проверяй, кто на площади. В идеале бы захватить. В идеале бы захватить башню, убрать, как она нас достала в прошлый раз. Слышу, ребят, слышу. Сначала отправлю варваров. Все, поперли. Так. Не пора ли нам высадиться, а? Все, пошло. Подкрепление, теперь замес. А, не так. Этих выведу. Вот так, пока работают. Пока работают у меня эти. Блять, массалийские гоплиты эти. Фух, ну все, опять противостояние на главной площади. А! Когда высадятся мои на этой в порту. Все вперед.
Вот. Давай, 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 давай. Вот вас я жду. Все, возвращаемся. Все, уже лучше. Блять, побежали мои, что ли? Ох, нихуя себе. О. Ну ё-моё. Давай. До последнего держимся. Так, здесь у меня мечники в тораксах. Против мечников в тораксах. Ну, нихера себе. Нет, не дают нам построиться. Ладно, будем встречать здесь, на втором рубеже. Так. Погнали.
Драка на ступенях. О, погнали. Так. Фух. Ага. Мясо продолжается. Отправлю-ка я одних ребят сюда. Все-таки здесь вопрос жизни и смерти стоит. Так, немножко меня отвлекли. О! Они собираются скидать дротики, ну что ж, поможем им. Кидайте, нет? Так-то нормально их здесь. Давай, ребят, поднажми. Пока гопниты здесь вытворяют. Делают грязь. Как раз с этой стороны. О! Слушай, стрелки здесь сбивают, сбивают. Хопа! Покатился. А, вот здесь освободилось. Ну-ну-ну-ну, ништяк. Кто там заколебался? А, ну этих 9 человек. В принципе. Во. Ну-ка, будем кидать. Давай, я надеюсь на ваши дротики. Хоп. Прибрали. Давай еще. Фу-ху. Ага.
Да блять. Так. Здесь побоище идет, здесь тишина, да? Патронов у наших полно. Ну-ка, может быть, сюда переместиться. Еще два отряда элиты у нас есть. Лучники, два отряда элиты, генерал. Ну, здесь ерунда. Как обычно, все висит на волоске. Надежда только на... на ребят с этого. О, подожди, а может быть мы сюда сможем забежать? О, кельтские воины. Ну-ка я сюда их отправлю. Правда, уже половина осталась. Башня вообще беспощадно карает. Но тут главное нашим продержаться. По максимуму. Давай. Перестрелка пошла. Спины открыты. О, у них усталость еще дебаф. Это они благодаря своему... Сначала-то они обрадовались, навык по полной врубили, а теперь у них... Теперь придется отдохнуть чуть-чуть. Ё-моё, да убейте уже их. Из земли выскочил. Земля в себя не берет таких уродов. Давай быстрее, уже скоро кончатся ваши патроны. Блять, вечно как нажму ускоренную перезарядку, так обязательно они начинают перестраиваться. Давай, братва. Эх, дротиков не хватает. Ну ничего, зато у нас сейчас отдохнут. Отдохнут ребята из вот эти вот мечники Торакс, но они, по-моему, и не устали особо. Фу, блядь. Да, башня нагибает, конечно, со страшной силой. Сейчас немножко отвлечем. Фу, ебать. Когда наши отступят, по идее, нам надо... Что сделать? Быстро ворваться вот сюда и закрыть башню. Может даже генеральским отрядом, а своими встать вот так. Мечники в тораксах и плюс лучники со ступенек. Вот так я планирую это все осуществить. Я понимаю, что там, конечно, у нас ребята могут тоже до нас докопаться конкретно. Так, поставлю.
Наемники бьются до последнего, но... Так, массалийский гоплит. Так, вот массалийский гоплит 24, 14, 31 гоплиты и мечников вот 98. А, вот, отлично. О, наши достреливают. Прикольно. Значит, можно было далеко не отводить, да? Пытаются выцеливать. Ну, пусть кидают. Просто жесточайшая резня на ступеньках. Просто жесточайшая. Массалия, часть 2. Часть 2. Летят, летят. Ой, они включают себе какую-то фантастическую какую-то способность. И наши из последних сил уже. Да, кельтских воинов. Все-таки кельтские воины самые такие многочисленный отряд здесь. Все, наемники сдулись. Ну и вот четыре волны. Немножко назад. В принципе, позволяет нам расклад вдарить по ним с чарджа. Так, легкий клин давай сделаем. Бонус при натиске. О! Есть контакт. Ну что, погнали. Погнали на площадь. Так, ну что, попробуем все-таки башню забрать. Со слезами на глазах. Помогаем генералу.
Давай, 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 башня, башня, башня. Есть башня, ребята. Блять, да что ты? Давай, народ, навались. Не подходит ли сзади кто? Нет. Все нормально, огребают. Помогают, помогают лучники, конечно же. Массалийская конница. Я думаю, один залп, и здесь будет все кончено. Все. Так, теперь на случай возвращения, ребят. Так, давайте. Пойду проверю, что там на площади. Но где-то еще мечники в Торексе уже были. Вот что печально. Че, их найти надо, наверное? Блин. Ой, бля, ну придется искать. Ладно, пошли искать. Опа, вот они где. Давай, вмажем по ним. Отлично. Входим. Смотрите, они к этой башне присосались, и все.
присосались к ней и все. Ну надо вытравливать. Так, сейчас тогда лучников выведу. Хотя черт его знает, может баллиста до сюда дотянет. Ну что ж, я подогнал корабли с баллистами в порт, построил наших ребят. Давай дадим им стену щитов. Лучники здесь, на месте. И по идее надо только увидеть, где враги. О, не достаю. О, достает баллиста. Прекрасно. Отлично. Отлично. Так, один уплывает, остальные кидают. Ну что, здорово, вот и пошли лучники. Еще нужно не забывать, что у нас есть немножко дротиков у ребят. О, победа врага? Да и ты что, смеетесь, что ли? Героическое поражение. Ё-моё, у меня столько людей прокачалось. Весь флот похоронили. Героическое поражение. Но еще бы там чуть-чуть оставалось-то, ё-моё, даже... Фух, даже у баллист были патроны. Так... Возьмем всех. Блин, ну надо же, а. А, еще у меня нету. Ладно. Ну ладно, на этом серию давайте закончим, потому что здесь там жесть просто творится. Битва за Массалию уже идет второй раз. И оба раза нас нагибают. Но второй раз мы уже были близки к победе. Сейчас мы... Затаримся наемниками, опять же, если они есть тут в Генуе, и бросимся в атаку. Но вообще нужно будет ход, конечно, совершить. В связи с этим давайте-ка вот этого генерала отправим вот сюда. Медиалан, если что, пока здесь в шаговой доступности. Так, какие наемники есть? А наемников здесь фигня. Я всех выбрал, всех похоронил. Немножко кавалерии. Ну, кавалерию возьмем потом. А сейчас надо дать им... Надо дать что-нибудь недорогое. Что-нибудь недорогое. Топоры, может быть. О, нифига. Серая иконка. Дротики. Вот, наверное, нам дротики помогут. Сиракузские. Так, боеприпасов 18. У этих тоже 18.
Нет, давай простых не будем брать. Деньги есть. Пилтастые. Ну и вот эта бригада вся. Так. Ну, элитных пилтастов тоже можно взять. Фаланга есть. Отдадим ее. Геморрои. Ксиморрои. Все. Ну, вот так. Вот эта бригада пойдет на штурм. Ладно, все. Всем пока. Увидимся в следующей серии. И постараюсь взять Массалию непременно. Все. Всем пока. Ставьте лайки, пишите комменты. С вами был Онкель Снайк. Всем пока.